Что, Андрюка, я тебе скажу? Ну что вам рассказать про Сахалин, да? Хлопцы, как вы считаете, как? Как дела? Все будет нормально, все выиграем, бля, пацаны. Сейчас первый... Несколько слов для моей жены. Сейчас первый... Ваш муж без женщины здесь находится. Самое главное. Кругом одни мужики, да. Это самое. Сейчас, если они вот в большинстве воткнут, шансы будут очень хорошие. Это у нас тренер, он сидит просто на лавке. Пацаны, пацаны, немножко... Подустали. Да. Они вчера сыграли вечером. Придумали, кто такие. Да. Молодцы, респект. Но, в принципе, по-моему, мы были здесь одни. Да. Я больше никого не видел. Да, нас было на стадионе человек 7. И а двоих пацанов. Сторонка. Да. Серьезно? Да. Короче, ребята уехали. Твоих арестовали, русских. За что? По пьяни. Серьезно? Это не тот, кого в черном пальто такого выиграли? Да? Они там... Говорят, что кто-то кидал там на это самое, какие-то...